Короче, три американца, ну хрен знает, может не американцы, какие-то англоязычные парни, решил я потестить. Ни хрена сам хоста не могу создать, этот Кирита, короче, создал. Ну вот он участвовал в турнире, запись есть у Ларкаса, первый бой был Конан и вот этот Кирита. Кирита вроде как выиграл, два Винча они там играли. Сейчас какой-то новый игрок, ну я его первый раз, по крайней мере, вижу. Ринне Стикс какой-то, может кореш Кирита, хрен его знает. А я создал комнату, и ко мне они зашли. Вот, ну и решили против ботов играть. Они два Винча, а я, чтобы не скучно было, Квотлы. Не знаю, комментировать что-то вряд ли буду. Потому что надо кнопку нажимать. Сейчас там челик вернется, с толчка он написал. Ну, я по-английски немного им там отвечал. Что-то они там писали, какой уровень ботов вы хотите. Я говорю, самый сложный. Вот меня спрашивает Ринне Стикс, а ты можешь играть с самым сложным? Я говорю, мы герои. Вот ты говорит, справишься, спрашивает, с самыми сложными компьютерами. Я написал, что могу, но не уверен. Ну и вроде как вот игра начинается. Сейчас посмотрим. Попробую как-нибудь помогать им там. Как-то. Так, 21-24 у меня время. Ковчеги, может, дарите, хрен знает. Сейчас посмотрим. Так, компы какие? Высочайшие, но это не самый сложный. Видать, мы выиграем легко. Не помню точно, но, по-моему, я здесь посередине. Так, деструкцию Скларио. Также два Винча, один этот самый Квотл. Ну, они круто играют. Не сказать, что прям хреново, но круто. И я не очень круто играю за Квотлов.